на конкурс. Дети читают и пишут стихи. Ипатова Анастасия, 8 лет, город Великие Луки, Псковская область. Анатолий Шулаев, привет из Великих Лук. Привет вам из Великих Лук, вы город мой, конечно, знаете. Друзья, он добрый, верный друг, а не другом он памятен. Какие люди здесь живут, красивые, сердечные. Коль бой так бой, а труд так труд, их заповедь извечная. Привет вам из Великих Лук, велик мой город не размерами, а делом увлеченных рук и замыслами смелыми.